Ребят, утулики. Всем шалом, балом, сало со всеми пополам. Ну что, 6 утра. Жду мультика. Мультика разбудил, как комбат заставил его. Мне было вечером нехорошо. Сейчас вроде бы все хорошо. Что-то першить стало горло. Пополоскал, выполоскал содой. Вот, сейчас будем. Пробки, капец, снег идет. Вот, пишет Пэча. Жорик тут не может в туалет сходить. Ну, все как обычно. Эй, Пэчу, что ты пишешь? Ара, давай сюда дуй. Машин капец уже. В общем, как и обещал, мультика из администраторов уже удалил, заблокировал везде. Не знаю, как он меня вычислил. А, ребята, по поводу собачки. Непонятно, собачки нету здесь. Слава богу. Ну, слава богу в том плане, что я написал на Facebook ребятам. Жора, Жора, сука. А ну, ты что там нюхаешь? Написал администрации. Ну, короче, собачки нету. Вчера еще тоже сало нарезал, мяска вынес, покормил животных. Это я к чему говорю? Не себе не вешаю погоны ни в коем случае. Чтобы люди больше делали добра. Видимо, собачка все-таки может ее выпускают покушать, погулять. Вот такие есть ребята у нас. Ну, каждый. Не знаю, что мы сегодня добудем. Снег идет. Непонятно. Может, сегодня к Саше к лавке заедем. В общем, Санта-Моника, Санта-Лючия. Пошла массовка. Так, ну что, мои хорошие, мы уже на барахолке, людей вообще нету. Одна только покупочка. Роченький, ты чего лаешь? Вот, музыкальная сигаретница, опять не рабочая, но по хорошей цене. Сейчас подождем еще людей, подтянутся. Вот ваш друг, который заблокированный. Он уже не администратор группы. Видите, идет. А зам. Идет смурной. Обиделся. Говорит, за что ты меня заблокировал? Денег нет. Денег нет. Ну сейчас я тебе дам 10 гривен. Пэча, не убегай. Я тебя поймаю. Показывай подписчикам, какого говна ты накупил. Почему сразу? Ну а чего? Говори все как на духу. Приставки 80-х годов. Каких 80-х? 80-х. Совсем. Только пакет освободи, хорошо? Так, что ты купил? А то подписчики спрашивают, говорят, а что вообще мультик делает на базаре, если он ничего не покупает? Я вожу на машине. Зачем ты так близко подходишь? Перекупщика. Зачем ты так близко подходишь к камере? Шофер. Ты же знаешь, что у меня здесь не отдаляет, не приближает. Здесь параметры, они не рассчитаны. Это китайский телефон, но не славянский. А мы славяне, народ. Приемистый. А потому что наши ни хера не делают. Так, шахматы ты взял и гномика, да? Гномика. Ну тебе надо, возьми. Да не, я беда, мне надо. Я тоже дома стал. Не, так я завтра могу. А ну, пока эту открой, я хочу покажу. А, кого? Это шахматы? Да, да, да. Хоть чтоб поржали люди с тебя, что ты за фуфло покупаешь. Лист, это не пока бухает. Колеры мои, два колеры. И он приставки, да? Да. Так, ну что, мои хорошие, я уже приехал до дому, до хаты. Куча янтаря выставлена уже на продажу. Пуговицы, серебро, монеты,
Зажигалки уже проданы. И сейчас я вам покажу. Сигаретница музыкальная. Так. Полтишочки ценятся очень. Уже ничего нету, поэтому продаем полтинники. Вот они. Дальше серебряные монетки. Раз, два. Пуговицы царизм. Кительная петровская. Это все такое. Братья Бух. Интересные такие. Вот, друзья. И бусы. 6 позиций. Вот они. Такие разненькие. Вот. Хорошие тоже покупочки сегодня. И главное, все очень и очень недорого. Пишите, ребята. Все продается. Пошла, Масу.